мы как раз вовремя в нашем клубе, дорогие дамы, поздравляют мужчин. Поэтому накрыт потрясающий стол. Жень, ну ты хоть в кадр води что-то наполовину. И мы, будучи, пользуясь замечательным случаем, постфактором поздравляем всех мужиков, которые служили и просто защищают свои семьи каждый день. Ура, товарищ! Вот такой вот потрясающий стол сегодня с утра. Главное оказаться в нужное время, в нужном месте. Мы, безусловно, поступили немножко неправильно, то, что сначала поели, а теперь ныряем. Но это особая ситуация, особый случай, потому что так получилось у нас сегодня. Да и вообще одно другому не мешает. Зато мы поступим сейчас правильно и будем купаться. Мужской день надо встречать только по-мужски. Только с парилки. Народу все больше и больше. Я не знаю, где еще у нас в Белгороде есть такое место, где столько позитивных и здоровых людей собираются вместе. Три раза человек по экватору бежал в общей сложности. В чем секрет? Скажите, поделитесь. Регулярно, ежедневно бегать, потихоньку. Регулярность и стабильность. Вот так вот. Защитим наше отечество. Отечество в опасности. Все, пожалуйста, на передовую. Защищаемся кто как может. И словом, и делом, и физически, и морально. Искупались, попарились, вкусно покушали, получили массу позитива. Я искренне восхищаюсь такими людьми. Людям по 80 лет. Они... Да что они? Они до сих пор радуются жизни. У них такой заряд в глазах. Это просто удивительно. Настоящая комьюнити, клуб. По интересам, по удовольствию. Надеюсь, что в свои 80 лет я буду так же улыбаться, радоваться жизни. И просто кайфовать. По-другому не назовешь. Здорово. Ну, Женька, радостно. И тебе потрясающего дня. Давай. Увидимся в будущем, друг. Пока-пока. Замечательной студии проходит фотосет для комода. Пришло невероятное количество молодых, активных и позитивных ребят, которые играют в настольный футбол, в настольный теннис. Их фотографируют для баннеров, которые вы видите в городе Белгороде. Эта девушка мастер фотографии. Ну, Катя, ну что такое? Спустя полтора часа съемок, Екатерина, скажите, что вам осталось сделать? Черт побери. Мне осталось сейчас очень быстро-быстро просмотреть фотки, сопоставить их между собой, если все... то я распускаю ребят. Если нет, то что-то нужно будет переснять. Удачи тебе, давай. Бой. Фотосессия удалась, а это значит, что через какое-то время наши мордашки будут висеть для кафе «Комод» в Курске и, возможно, в городе Белгороде. Неожиданный салют на 23 февраля. С праздничком, город Белгород! Просто расскажу, как мы проводим вечер 23 февраля. У нас есть изысканный гранатовый сок в изысканных бокальчиках. И, конечно же, изысканная шаурма из ближайшей закусочной, которую мы только что купили. И смотрим «Железного человека». По-моему, чудно. Я забыл всем показать. Настюшка мне же сегодня сделала очень полезный подарок. Я на нем сижу. Воля! Вот такие супер-пупер ортопедические накидочки на кресло, поскольку я много провожу времени за компьютером, чтобы спинка и попка чувствовали себя прекрасно. Фу! Ну а вам
друзья, желаю отличного настроения, почаще улыбаться, любить друг друга и наслаждаться жизнью. Увидимся в будущем. Пока-пока.